Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. Перед вами новый свеженький выпуск рубрики «Разоблачение фейков в PUBG», в которой мы с напарником проверяем, а главное разоблачаем различные видосы по PUBG со всего ТикТока. Эти ролики присылают нам наши подписчики, отмечая меня под ними. Так что если вы нашли странный ролик, тегайте меня в комментариях, и скорее всего он точно попадет в выпуск. И да, ребят, я знаю, что вам очень нравится, когда ролики выходят часто, поэтому в последнее время стараюсь выпускать побольше видосов. Если вам не сложно, то в качестве ответа жду от вас лайк под видео и любой комментарий в поддержку канала. Все это очень хорошо продвигает ролики, так что заранее вам большое спасибо, ну а мы начинаем выпуск. Первое на сегодня видео из мобайла, и связано оно с ивентом. В нем Виктор показывает там какой-то лайфхак, так что давайте глянем, что же там случилось на этот раз, а затем отправимся проверять. Так, челы едут. На помойке этой. Сейчас будет 500. А что за шар? 500 IQ нычка. Как что за шар? Ты чё, Артём? Всё, базару нет, подожди. Нам нычку надо проверить. Да, работает ли нычка в шаре и реально ли, допустим, оттуда можно так стрелять без палева. Услышал. Услышал вас, услышал. Просто как там... будто пацаны актеры просто очень хорошие. Да, и там как будто бы склеечек что-то дофига. Либо это просто он зумится так, но... Делают очень хорошие виды, что они ничего не понимают. Мне кажется, там можно спалить, что там кто-то сидит. Ну, давай, будем палить, да, что посмотрим. Там кто-то сидит. Так, чёрт, все у тебя кристаллы на месте? Да. Нифига себе, все Mortal Kombat погоду вызываем. Погоду поменяла, получается. А почему не могу залезть на стол? А на стол-то не прыгается, да? А как? О, а вот и прикол. Запрыгнулась. Ну и что, и что? И смотри, я включил записулю. И что? Тебя в шаре не видно. Да, слушай, это хорошая нычка получается. Вот если ты стволом не машешь, то тебя не видно. А если я вот так делаю, то он пропадает. А вот так вот тебя видно. Нет, видно ствол-то. Ствол-то видно. А вот так? А вот так нету. Так ты... Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, нормально, да, дамажит? Вот так, на. Ай, не надо. Включил? Бубен-то. Не, ну он простреливается, короче, это факт. Ну так, слушайте, ну, ребят. Конечно, нет, но эта текстурка отрабатывает свое, типа, реально не видно, да? Нычка-то хорошая, вас вообще не видно, если тем более оружия нет. Ну-ка, если пистик возьму. Пистик, наверное, даже так будет не видно. О! 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 Вот и все! Вот и вся магия, ребята. Короче, единственный минус в том, что по времени это очень ограничено. И вы про желание типа теряете, если не успеваете его загадать. Да. Поэтому, да, чисто на мой взгляд, этого не стоит, но как факт, будете знать, что это работает. Подними меня, бэй! Я не могу. Короче, не фейк. Так что заныкаться в шаре вполне себе реально. Ролик не фейк. Можете смело брать данный трюк на заметку, если, конечно, по вашему мнению, ради этого стоит жертвовать желанием. А мы идем дальше. На очереди видос под номером 2, где произошел баг, связанный с обновой велосипеда. Что конкретно на видосе произошло, погнали смотреть и разбираться. А главное, как посмотрим, пойдем подтверждать, либо же разоблачать. Видал, как мужик улетел? А, типа от BMX-а? Да. Он его так солидно пульнул на 300 метров. И это новая обнова, короче, то, что они прыгать умеют. И, видимо, вот тут какой-то косячок завезли вместе с обновой. Ну, как всегда. Возможно, возможно, да. Давай зачекируем. Давай, давай посмотрим. А, давай посмотрим. Так, ну и что тут у нас? Двухъярусный велосипед, сейчас давай опробуем. Смотри. Оп. Так. Так. А что ты не туда сел? Ага. Теперь туда сел. Так, тут, в общем, функция прыжка появилась. Вот она. Так. Ну и... Слушай. Только напрыгивай на меня. Тут видишь, ты у меня не тиммейт. Возможно, нам надо с тиммейтом запуститься. Или блядь, так попробуем. Как забавно, что мы это осознаем вот уже в момент проверки. Постоянно такая тема вообще. Пиздец. Ну попробуй, давай сначала так давай разберемся с этой ситуацией всей. Ну давай. Ну вот, меня просто отталкивает. А ты беги на меня и прыгай еще в этот момент. Ну дай ты тогда подразгонись немного и... Давай, чтобы еще не сбить тебя насмерть. Угу. Понял, угу. Еще попасть бы, блядь, друг в друга. Ты просто было стой. Было бы неплохо. Я буду этот... Давай. Так мне бежать, блядь, или стоять? Не, бежи, беги, просто этот... Спокойнее чуть-чуть. Опа. Пока ну это... давай, я бегу, бегу. Давай, пока это не очень работает. Пока это вообще не работает.
Я просто спотыкаюсь об твою руль и все. А тебя что-то дамажит? Нет. Ага, окей. Вообще ноль реакции. И давай. Реакции тоже. Так. Сейчас я постараюсь прям тебе в колесо прям бежать, короче, прям целиться. Ну, бежать и прыгать. Привет. Так. Во. Чуть-чуть сейчас что-то было, произошло. Да? Произошло. Но сейчас потому, что я запрыгнул тебе на раму, на руль. Ага. И жопой сел на нее, поэтому меня кинуло. Давай, короче, тогда тиммейта запустим. Так, чё, дубль 2? Давай попробуем. Разгоняйся, давай. Ого! Чё, получше вот уже? Вот это уже получше, и меня продамажило чуть-чуть совсем. А, прям капелюшку. Интересно. То есть, когда ты был враг, тебя не дамажило, а когда стал тиммейтом, стало дамажить. Ну да, вот смотри, сейчас я на тебя запрыгну. Давай. Нет, сейчас мимо прошло. Но так. Звук, как будто машина ударила. Металлический звук такой какой-то был. Что-то как будто бы это разовая история была. Думаешь? Ну, сейчас еще попробуем. Но уже есть такие предположения. Да, видишь, один раз забаговалось и все. И стало как в прошлой катке. То есть, типа, мимо просто глажу и все. Тут просто с фейком можно такую заметить закономерность, типа, что оно либо сразу, либо вообще никак. Ну, это точно. Вот у нас каждый раз такая тема. Я начал в тебя упираться. Сейчас еще раз попробую. Все. Ну давай раза 3-4 проедем. Да, видишь, я просто перепрыгиваю через тебя. Да, я просто буду ехать, точнее прыгать, а ты попробуй меня вот это вот выбежать. О! А что сейчас случилось, ты видел? Вот забаговалось. Ты сейчас пропал у меня и вперед тебя кинуло. Так я тоже, да, сейчас забагался. What the fuck. Давай еще вот 3 раза. Все. Красивое число. И спина болеть не будет, да? И спина болеть не будет, ну-ка. Понял, давай. Давай. Раз. Угу. 2. И третий кульбит завершающий, ну-ка. Нет, все. Не сработало. Короче, ребята, фигня все это. Атакуй, не атакуй. Видно, что это баганная какая-то система, потому что, видимо, новая, но специально так сделать не получится. Хотя я уверен, что у ребят не фейк, типа точно не монтаж, ничего, типа. Просто разовая просто история. Просто задавалось. Да. Просто убили цыганку, так вышло. Так вышло. Сам видос, думаю, не фейковый, но поскольку баг в нормальных условиях воссоздать не получается, и он, так сказать, носит разовый характер, все же поставим ролику оценку фейк. Так что можете смело прыгать на велосипед, а мы идем дальше. Третье видео на сегодня очень хорошо набирает обороты в ТикТоке, и вот оно долетело и до нас. Что-то похожее у нас уже было, но все же давайте его посмотрим, обсудим и отправимся на проверочку. А, опять дробовичок. Причем опять тот дом, где мы тогда с тобой пытались. Дом. Ага. И тут видишь, я что-то вот после видоса с СКСом, ой, с Айгой точнее, начал сомневаться и контейнерами. Вдруг тут такая же тема, вдруг надо дробовик и вот так вот резко выпрыгивать. Понял. Ну давай проверять, что же теперь делать, вариантов нет. Давай посмотрим. Так, это был вот тот вот дом, прямо вот именно он. Чё, как предчувствие? Предчувствие? Угу. Да чё-то как-то как обычно такое, жиденькое. Думаешь, что не сработает? Не знаю. Так, ну, кстати, дробовик был в комплекте. Давайте я поставим. Ну ладно. На место. Вставай вот сюда. И включай запись. Прямо здесь? Ну, где-то да. Так. Что сказать? А ну давай. А что давать-то? У меня не прыгает. Не прыгается? Нет. Ты что, лбом бьешься об потолок? Да, как дебил опять. О, что за дрист? А первое лицо включи. Так первое лицо. А третье лицо? Ща, подожди-ка. Я хочу сейчас нащупать прям все эти нычки, которые тут есть. Кажется, нащупал. Ну, ребята, мы пока тут хороводы поводим. Смотрим, что подожди, происходит. Подожди, мне кажется, тут участвует стол. Не? Ну, стол, конечно, участвует. А глазик? Может, глазик? Изучаю видос. Да он как будто просто прыгает и все. Что это за магия, я не понимаю. Ребят, что происходит? Почему у нас это не получается? Я даже, наверное, не простреливаю, да, тебе вот так, когда делаю? Вообще ничего не происходит. Ну, естественно, потому что пульки тут летят. Стрельба где-то там пых-пых, а толку пук-пук. Ага, это понятно. А вот так что-то стреляет? Во, появился ствол появился. Ага.
Ну, это толку все равно не дает. Как бы ствол-то там, а я не там. Ну, это да, ты же не видишь. Я не... На видео у тебя же репа-то не торчит. Я ни хрена не вижу вообще. Ну вот. В комментах просто нас призывают. И пишут, что за фокусы, что за богоюз. Вот вам и фокусы, ребята. Это все, это дрист. Дрист, просто дрист. Причем тут не написано, типа, что это. Ну, я не могу сказать, что это монтаж какой-то. То есть это выглядит натурально. Работает, только что проверил. Да кто это проверяет, как это работает-то, алло? А как? Подожди, что я не выкупаю. Я тоже не врубаюсь. Да, пробуй тебя сквозь просто прострелить. Нет, вот я стою прям на стволе. Не простреливает? Я яйцами прям сел, надуло. Тепло чувствуешь? Чувствую, но что-то ну попасть вот. Не могу. Странно, да? Это очень странно. Вот реально, второй видос, и я себя таким нубом чувствую, потому что это не работает у нас. Хотя, ребят, в прошлом видосе мы проверяли с контами такую тему, и там это работало. Тут почему-то это не работает. Ребятки, честно, не знаю, как прокомментировать, что сказать. То ли мы криворукие, то ли там... видео говно. Смотри, а вот так вот что-то стреляется тебе? Ой. Вот так. А то у меня очень большой разброс, я не могу подгадать даже, чтобы ты в меня попал. Понял. Короче, ребят, мы ставим фейк, потому что я не знаю, как это делалось. Напишите, пожалуйста, в комментах, кто шарит за эту тему. Либо автор сам, сними, пожалуйста, тутор, как ты это делал. Потому что мы реально не понимаем. Мы как-то отстали от жизни PUBG уже или что, но... Как-то в этом доме мы не можем уже второй трюк выполнить. Почему он дырявый уже у многих людей, а мы не можем это сделать? What the fuck? Но, к сожалению, у нас таки не получилось пропрыгнуть в потолок. Если вы знаете, в чем же тут фишка, пожалуйста, напишите в комментах. С удовольствием сделаем работу над ошибками. Ну а пока ролик получает оценку фейк. Ну и заключительный четвертый видос на сегодня. В нем нам обещают великое противостояние, которое мы с радостью проверим. Смотрим, обсуждаем и вылетаем на проверочку. Скорость лодки и скорость вот этого таближоя, вот этого, да? Да, да, да. Но я думаю, что это правда. Это не фейк, абсолютно не фейк, потому что я на ней летал. Ага. Над водой, я вам могу кое-что сказать. Она, да, медленная на воде, не такая, как на суше. Я думаю, что те, кто на ней катался, на ней, по-любому, все уже катались, те в курсе. А нахуй мы тогда идем его проверять, если все уже в курсе? Золотые слова. Я, короче, Артем, долго не мог определиться, как лучше, смотри, вот по носу мне тебе выровняться, по заду вот, и решил, короче, посередине вот так встать. Я думаю, нормально будет, честно. Угу. Персами на одном уровне, да? И насчет... Так, и что? Насчет три давай. Я могу сигналить. Давай. И газуем. Угу. Готов? Да. Давай. Так. Ждем. Ебать, что за ускорение лютое. Давай наберемся потом. Вот. Вот это таблетка. Ну вот, ребят, про это и речь шла. Хотя казалось бы, типа, насколько она у меня резкая по воде вначале была, вот когда мы с тобой выравнивались. И вот это вот дрист какой-то. Я к Райан Гослингу поехал, ребята. Артём, не надо туда ехать. Короче, ребят, чисто на воде не рекомендую использовать таблеточку. Конечно, да, сократить путь наискось это прикольно, если лодки нет, но лучше лодка, лодка пооперативнее будет. Ролик не фейк, но оно и не удивительно, иначе этот клоп был бы настоящий имбой. А на этом у меня сегодня все. Такое получилось видео, если вам оно понравилось, было весело и интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь. А с вами был я, Илья Кисенекс, и Артём Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.